Здравствуйте. У любого человека, где бы он ни жил, есть набор представлений о национальных символах. Большой театр относится к числу таких национальных символов. Это наше секретное оружие, которое мы направляем в самые разные страны, включая и Великобританию, и Соединенные Штаты Америки, потому что это универсальный язык, это язык, который понимают все, язык балета, да, и язык оперы в целом. И считаю, что это очень правильный язык, просто потому, что он объединяет людей.